Самый смешной начальник производства на работу вместе со всеми из рабочих пробился. Молодец. Он не отстанет, не видел таких красивых девушек. Ему простительно. Вот такие вот делишки. Я, блин, 2 минутки осталось. Блядь, ёбаная пустая бутылка. Вот так можно весь эфир посидеть. Нормально будет? Тут согласен, ты хорошо выглядишь, сорян, если на ты. Спасибо. Вот так вот. Капец, я черная, блин. Солнце. Господи, что он пытается? Вау, какая. Я несерьезная. Трэш. С глаза видно, что они мне не карие, как он мне пишет. Почему черная? Он просто брюнетка. Ну да. Привет, привет. Правда, я заканчиваю эфир. Минутку и все. Глаза у вас зеленые, между прочим, самый редкий цвет. Да, это я знаю. Хочется просто лечь спать и все, но в любом случае нужно готовить есть. Да, сейчас надо еще сначала убраться, потом ложиться. Мне настолько влом, что я даже полы не буду мыть перед Пасхой, понимаете? Это просто, я не хочу. Я просто не хочу. Может быть, конечно, завтра я реально просплюсь, там туда-сюда, не вставать в 7 утра, в 6:50 точнее. Вот, я проснусь и все дела переделаю. Но на данный момент желание ноль. Не мучайте себя, все должно быть в радость, ну да. Тоже не могу убираться, когда я не хочу. То есть я херово это все тогда делаю. Как настроение, все хорошо. Вот, так что пойду я. Такие вот дела. Пойду заниматься делами, ну, которые смогу сделать. Не факт, что я все смогу. Масло пить идешь, ага. Вот. И лягу часов, наверное, в 9 спать. Я тоже рада. Все, всем хорошего вечера. Вот.